что вот и закончился наш отдых в городке Висла. Уезжаем. Утро. Провели мы здесь целую неделю. Ну, хорошо было. Очень хороший был у нас отель. Тенчёвая Взгужа называется. Походили, все мы здесь поизучали. Вислу мы теперь знаем лучше даже, чем наши Катовицы. И окрестности тоже. И теперь со спокойной совестью и спокойной душой мы возвращаемся домой. Прощай, Висла. Красивые пейзажи. И сейчас мы, когда будем... Вот да, сама Висла. И сейчас, когда мы будем выезжать, мы здесь будем стоять в очень больших пробках. Наверное, потому что здесь дорога, и ее чинят, реставрируют. Наверное, здесь будет очень хорошая когда-то дорога. Но сейчас она очень маленькая, узенькая, и еще ее постоянно реставрируют. Ну ничего, доберемся. Вот, какое здесь строительство идет. Честно строят, честная дорога. И поэтому здесь пробки бывают, вот что в одну сторону только машины идут, потом джих перекрывает. И следующий год будет ремонт. В другую сторону машины идут. Ну вот мы сегодня хорошо, да, проехали этот отчинок? Но молодцы, что строят. Конечно, здесь надо дорогу расширять, ремонтировать, потому что, ну, это неплохое место, особенно зимой. Особенно зимой. Вот. Такие красивые виды. Как мы сегодня удачно проехали. Везде нам давали зеленый свет. Вот наш украинец. Это он? Да не он, их тут тысячи. Да, он же. Не надо. Вот тут вот Лидл. А вот тут Брос. Ну и все, и сейчас мы уже выйдем, и все нормально будет. А вот так вот стоят здесь машины. Можно час стоять, чтобы въехать в Вислу.